Бля. Ну, сыр колбасой. Да. Ой. Всем привет еще раз. Еще раз всем привет. Дина, не ори, мне. Кавалерия забывает обо всем. Легко влюбиться. Императрица. Привет, ребята. Блин, надо куда-то сесть, чтобы не было. А это Славик делал. Настюха, привет. Пингвинова, не ори, мне пишут, чтобы ты заткнулась. Дорогие друзья, всем привет. Как ваше настроение, как ваши дела, как проходит день, как прошел день, и либо как он у кого-то начинается? Рассказывайте. Sleepwalker, привет. Да. В эфирюшечке. Запах женщины. Почему в очках? Да я ж слепой. Все хорошо, все прям очень хорошо. Сегодня. Улетаю сегодня. А знаете, что я еще сейчас сделаю? Влада, подойди к нам, пожалуйста, срочно на второй этаж. Сижу, смотрю, на Влада, прекрасная, да, девушка. А угадайте, на кого? Даже никто не знает. Когда я смотрю на нее, мне почему-то сердце становится биться чаще. Обычно она бьется так, тук-дук-тук-дук. Садись. Обычно она бьется вот так, тук-дук-тук-дук. А когда я смотрю на нее, тук-дук-т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 
Дмитрий, попрошу не выражаться так, потому что мой эфир смотрят дети. Можно написать «Монать». Всем привет, 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 привет. Настюха, привет. Кто-то угадал. Кто-то... Слышь? Кто-то угадал. Прикинь. Вот, смотри. Судьба? Все ясно, посмотри. Ну почему угадали? А, Ромашов с Юлей расстались? С какой? Там же две Юли, он уже, кстати, Щегловой мутит. О, Анька, привет! Бряночка, где ты там? Как ты там? Хай, Макс! Я скоро вернусь, давай, ждем, ждем все, ждем, ждем, ждем. Скорее возвращайся уже. Колька, привет! Она рядом на кухне? Нет, вы что? Я бы, кстати, я могу вот так вот быстренько. Нету. Нету ее. Татьяна Матиас, привет. Ольга Державина, привет, привет. Зачем вы нас обманываете? Аня, тут пишут то, что мы вас, то, что мы обманываем людей. Димасик, чуть позже.
Настя, почему мы обманываем? Димасик, я чуть позже наберу, я сейчас через часика три поеду и позвоню тебе. Ой. Всем привет, 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 привет. Так, Обрянская что, вышла уже, что ли? Обрянская вышла? Очки просто супер, Колька, спасибо. Ленька, братуха, привет. Яна ушла, Березина. А, кстати, куда-то она делась, я даже не могу понять, в смысле, куда она делась. Не, ну вы, конечно, офигеете, когда узнаете, куда делась Яна. Что вообще произошло у нее? Так куда летишь? Это секрет. Секрет, секрет. Не могу рассказать. Ленька, как дела, братуха? Чем занимаешься? Ты что там, на работе? Очки, как у Дэнни из Black Star. Что пьешь? Пью кофе с молоком. Анастейша, привет, 46. Так. Домой не хочешь? Куда? Домой хочу, в Анапу хочу. Вот. На Камчатке у меня нет дома. А мне не надо спать, я сейчас уезжаю скоро. Нам можно по секрету, мы не расскажем. Да, знаю. Так ведь Яна в Израиле. Ага. Раз вы знаете, что Яна в Израиле. Откуда? Вопросик. Вопрос. Ой, глаза болят, честно, очень болят глаза. Ты с ней общаешься? И что она пишет тебе? Что она, зачем она в Израиль поехала? Колька, на Камчатке друзья, дома-то у меня нету там. А к друзьям я обязательно приеду. Я надеюсь, тебе жена уже рассказала. Она строй выложила из Израиля. Так вы же, так, смотрите. Те, кто общается с Яной, вот я хочу вот ваши какие-то догадки, домыслы, почему она именно уехала в Израиль? Что сподвигло ее на поездку в Израиль, на срочную поездку, как вы думаете? Вот. Вы накидайте вариантов, а я вам буду говорить, холодно или горячо. Колян. Так, дорогие друзья, Яна Березова уехала в Израиль. Загадка. Зачем она уехала и почему так срочно? Ваши ответы. К мужику холодно. Провал. Мужчина у нее там. Неверный ответ. Неверный ответ. Как там любят, да, все эти, которые по работе. Ну, уже ближе, но не по работе. Может, нет, за здоровьем у нее все хорошо. Не мужчина, ребят. К семье кто-то болен из родных? Нет. Ты уже втянулся в режим? Да. На лечение? Нет. Она полностью документы оформляет или учеба? Так, смотрите. Связано с документами. Молодцы. Музыку выключаем. Милославская, выключи музыку, ты не слышишь никого. Как, так, Максим, я не пойму, Света вроде же ушла, говорили. Да мы пошутили, куда она уйдет? Где она? Где Света? Света. Где Света? А. Просто, просто горят, Света ушла. Я думал, она выходит, когда поговорить. С визой все норм. Делать загран или визу? Нет, загран есть, виза есть. Она прямой снимает. Может, недвижимость покупать? Нет, ребят, нет. Так все строго, прям музыку выключать надо. Что вообще там с режимом? Да потому что включили музыку, и никто друг друга не слышит. Но вернется Яна или нет?
По рабочей визе. Нет, виза вообще не здесь ни при чем. Яна, возможно, вернется. Олька, привет. Олеська, привет. Итак, с Викой общаетесь? С Малой? Ну вот заходила, вот первый раз эфир запускал, заходила, сейчас, ну так, нет, не общаемся. 3, 4! С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения! Автомобиль твой подъедет позже. Пожалуйста, очень крутой мне. Все, королева бала. Все, ты королева бала сегодня. Happy birthday, you love. Саша, Саша все равно залипнут в мобиль. Ах ты ж старуха. Мы очень сильно любим тебя. Очень я люблю. Что ты сильно? Красота. Это правда. Особенно Игорь, который нас там. А он тебя поздравил уже? Нет? Нет. А сколько вам исполнилось? 26. Ой, я б не говорил такое. Молодая. Секундочку, у меня послезавтра намного больше. Давай, мы не будем об этом говорить вообще-то. Малышка, если что, вниз. Ну куда? Куда? Что с вами? Вы хотите, чтобы мы... Давайте ВИПу закроем. Я обожаю. Когда ставят лайки, эфир троит. Светик, тебя потеряли. Да, давай. Все думают, что я ты... здесь, я все жива, думают, что я ты... здорова. Все думают, что ты ушла с проекта почему-то. Почему? Я не ушла. Ну, потому что мы обманули, вот почему. Вчера. Или позавчера. Вчера обманули. Ну, просто сказали, где Света, мы с Валерой, по-моему, сидели, не помню, с кем. Ты еще ушла с проекта? Да, сказали, ой, а Света покинула проект. И вы козли. Козли. Так что давай. Ух ты. А как мы еще умеем? Спасибо, баба. Это будет все лучше, чем у пингвина. Так тоже умеем. Короче, я желаю тебе с водой. Красивая пара. Подруга спрашивает, как заполучить Игоря, который на Сейшелах. Смысл? Да, нет смысл. Смысла. Зачем его заполучать? Нету смысла вообще. Нельзя обманывать, Света, поругай меня. Ай-яй-яй, нельзя обманывать. Ты что обманываешь? Я не обманывал, я пошутил. Зачем? Так не делают. Такое. Классная пара. Колька, спасибо. Серег, привет. Я за вас. Спасибо. Ждем в гости. Хорошенький. Спасибо. Спасибо, Рокс. Это сестра моя. Сестра? Ага. Серег, привет, как дела? Как здоровье, как работа, как бизнес? Я тоже хочу прямой эфир. Так включай. Да подожди, у меня никак. А. Ленчик, привет, дела хорошо. Вот мы со Светиком все не можем никак прийти к чему-то. Какая-то мы недопара. Но, в принципе, мы уже целуемся, обнимаемся. Света такая милая, просто до ужаса. Прилетай с ней и в бульвар. Не, только не в бульвар. Женька, привет, братуха. Что все по кайфу. Да там заведение местное. Сам как, гулял, вот только домой пришел. Сам как, да вот тоже. Приход у нас где был люди? Крутой. Где твои люди? Где мои люди? Это вообще-то бузовое выражение. Мои люди всегда со мной. Сегодня у нас был прикольный приход. Да, очень крутой.
Сегодня у нас прям праздники. Валера, пройди к нам на второй этаж, пожалуйста, срочно. 15 лет дому, 2, 26 лет Юлии Щегловой. Следующий будет Леру Пингвинова, а потом Артем Торопов. Вадик, привет. Света, не обижай нашего мальчика. А кто хоть его обижает? Вы что, гоните? Твои как дела? Заведение. Красивый, спасибо. Будьте счастливы. Очень красивая пара. Бечевника не место. Вадик, вот это вот я подтверждаю. Кому гол пришла? К Валерии? Маринка, привет. Да, гол пришла к Валерии. Ребята, очень красивая пара. Постарайтесь стать действительно парой. Вот, блин, вот идем к этому. Вот идем, 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 идем. Здесь когда-нибудь придем, да? А вот. У меня кабель только. Ты мне давал с этим. А у меня, короче, это... кабель? У меня, короче, этот какой? Блок навернулся на телефоне. О, да, да, да. Та-ра-ца-ца-ца. Она пока пользуется, у меня все равно эта фигня навернулась. Что навернулся? Айка сломался. Мальчик, который типа как Крит, симпатичный. О, все, брат, сегодня был первый мой эфир, спасибо. Мне куча-куча людей написали. Ребятушки, МС Федулов, подписываемся, подписываемся. Все, забудьте его, короче. МС Федулов уже у нас звезда. МС Федул. Всем бабам вдул. А, привет, 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 Лика, привет. Михо, братуха, мы с тобой до вечера. Ой, 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 ой. Вот это да. А мы вас слышим. А мы вас слышим. Так, ладно. Михо, привет. Мы с тобой еще раз договорились, что завтра вечером я к вам еду. Готовьте цезерейшн. Так. Деритесь друг за друга. Спасибо. Мы не будем драться, мы будем кусаться. Кусаться будем. Так. Мне банан ладони. Привет, Анастасия. Флипченкова, привет. Что за вечеринка? Кросс четкий. Спасибо, Сирень. Вечером у нас цезарь. Вот это да. Что за цезарь? Ой, так, короче, вот. А можете, пожалуйста, не портить мой эфир? Мой эфир дети смотрят. Не знаю, кто-нибудь на кухне есть новенькие какие-нибудь? Вот там вот этот вот. О, все. Раскричались. Так, короче, мы с тобой как-нибудь в любом случае полетим на море. Есть очень хорошее кафе. В нем готовят самый вкусный цезарь. Вот я вкуснее цезаря еще не ел, да, салат. Кстати, не очень люблю цезарь, на самом деле. Макс, ты вообще прям не изменился. Единственное, только возмужал. Мне кажется, я вообще не возмужал. У меня даже борода еще до сих пор не растет. Еще не у пузика большого. Не пузика, у меня еще не большой. Искренне желаю тебе счастья. Спасибо, Кирусь. Светуля, расслабься и окунись в омут с головой. Все, уже. Окунулась. Людмилка Симонец, привет. Так, Светка Милашка. Милашка. Жорик, привет, братуха. Привет, чувак. Ковальчук Анастасия. Я поделюсь своей бородой, как раз избавиться от нее хочу. Оставь ее. У меня усики тут еще растут. Всем привет, привет, привет. Ковальчук Анастасия, привет. Ну что ты там со своим эфиром? А что ты? Что, там... есть вообще фотки у тебя какие-нибудь? А у тебя, кстати, шары остались? Это мало. Ну покажи, какие очень там есть. Вообще максимально. Мало так мало осталось нормальных девчон. Господи, они какие уловки. Мы убитые, да, вообще. Да, давай не будем ничего больше не надо, все, хватит. Так. Девочку не обижай, береги, хорошая. По первым впечатлениям. Конечно, хорошая. Есть у кого-то? У Сороки. Сорока, да?
очень даже хорошая. А как же я, ведь мой Цезарь лучше. Это кто? Колясик. А почему же, если у тебя Цезарь лучше, а я его даже не пробовал? А, братик? Я могу сказать, что у тебя лучшие чебуреки. Ты что, кто-то там спел песню? Возьми у себя ракета, эту колонку. Не, он говорит, она всем. Так можно воткнуть в розетку и включить ее. Давай, Настюш. Давай ты потом... А, вот насчет папоротник, да. О, боже, он, по-моему, заболел. Да? Ну, сейчас он написал? Конечно. Да. Вот. Вот это жесть. Нифига у тебя поклонник. Колясик, вот папоротник. Тамара, это... привет! А где она? Ой, ты гость мой, там Томочка. Тамара. Как ты, девочка? Когда ты уже пополнишь ряды? Приезжай в Симферополь. А что там делать в Симферополе? Толясик, привет! Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Ты видал, я твою татуху на ТНТ засветил? Ха-ха. Твою работу. Мои вы красавчики. Томочка. Она когда, вчера уехала? Да, сегодня. А, вчера, да. Вчера два ночи. Толян. Знаешь, что надо сделать? Доделать в июне, мне кажется, ее надо. Ты руку хочешь добить? Ну, у меня вот мастер здесь мой, да. Я не хочу ему изменять. Ахаха. Ахаха. Что смешного, Толян? Анатолий, что смешного? В каких странах мечтаете побывать? Во всех. Вот так вот. Так и не доделал. Позорище. Не могу сейчас. А просто вот, вон. Все как было, так и осталось. Вот эту надо тетю еще подредактировать. Тетю. Часы ее. Короче, я 29 мая в Белгород на ПМЖ. Это на место жительства? Угу. Так, Анатолий, а ты в Москву не собираешься, кстати? Кстати, у меня есть одна мысль, Толян. Бузик. 1996. Привет, Бузик. Бузик. Арбузик. Толик, прилетай в Москву. Есть одна мысля. Потом спишемся в личке. Блин, что у нас со связи? Что с ним не так? Не знаю. Wi-Fi включи. Бузик, 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 бузик. О, это что за жирочек такой? Да не жирочек, это колготки перетянули. А, колготки перетянули. Конечно. А можно буду третьего? Он говорит, у меня жирочек. Блять, вы сделаете нормально ли? Да не надо мне вот эти ваши эффекты. Я тоже так делаю. Не надо мне тут ваши эффекты. Настя, вот иди сюда, вот покажи свою обычную душу. Давай реально сердечко. Да какие сердечки, девчонки, вы что? Так симпатичнее. Привет! Привет, взял. Бузик, это Бузова под вторым аккаунтом смотрит. Вряд ли. Не, давайте. Ну, ладушки, я работаю. Всем чмоки в этом чатике. Толясик, красавчик. Давай, братух, работай, я тебе напишу попозже. Есть одна тема. Ай, малыш. Малышка, у тебя есть своя малышка. Вот эти, что ли? Нет, другую. А что ты за вообще за шляпа? Сердечки. А у тебя нет сердечек. Да мне не нужны сердечки. Вот это вот, вот это вот. Да, вот. Вот эти сердечки, они наоборот. У нас же любовь. Нет, у нас нет любви. Не Бузова, а Буза. У Настюхи такие щечки. Настюшка отъела на Саше, как себе щечки. Ой, смотри, вот, кстати, так красиво. А так у меня не было щечек. Ой. А надо рот открыть, чтобы эти были? Нет, просто они сами появились. Ну да, покажи. А ну глянь туда. Ой, смотрите, в ее глазах любовь лопнула. Она думала... О, сейчас. А, да, надо глаза открывать. Здравствуйте! Всегда в красивом. Не надо.
Такой аккаунт прикольный. Всегда в красивом. На зоне. У Насти есть парень. Ну так. Но парню я не нужна. Да. Парень, я тебе нужна или нет? Да не важно, брат. Не важно. Я спросила, я тебе нужна или нет? Добиваться будешь? Значит, цветы будут. Это хорошо. Настя уже напрашивается на цветы. Ну, букет просто 200. Юля, давай, если там надо будет эти помочь донести тебе эти, как их, флакончики такие. Максим Артурович, студии. Здравствуйте, Максим. Так. Как вам эфир? Фартук в масле. Фартук в масле. А ты что, не запускаешь? Не хочешь ни с кем общаться? Ну, возьмем. Давай. Просто я типа еще как бы на островах вроде. Валерия Печкова. Любимая моя. Лишнего ничего не сделал. Смотри, сейчас ночной эфир. Там на этом эфире тоже там еще. Так. Ладно, ребятушки, всем пока. Заканчиваем мы этот эфир, потому что уже народа вообще тут нету. Туса будет через ДР Щегловой? Да вот, говорю, если надо будет фужеры помочь, то мы сходим. Оформим, да. Выключайтесь. Все, дорогие друзья, всем пока. Макс, да, не он да. Тебе не идет. А, эффект. Настя, да, ну здравствуйте. Это Настя Стрельцева, это ее прямой эфир. Ее парень. Мой парень. Как вы думаете, подходим мы друг к другу? Подходим друг к другу. Подходим друг к другу, так, дорогие друзья. Так он наш Роман забрал меня, вот, и теперь избивает, да, меня. Да, забрал. Я сегодня... Максим забрал ее с островов. Почему ты тогда поступил со мной? Потому что я хотел добиться тебя. И ты добился меня? Подожди. Все, сейчас, подожди секундочку. Дорогие друзья, всем пока. Всех люблю, целую. Завтра зайду вновь. Сделай чмок моим ребяткам. Чмок.